19 рамесников Могилевской области имеют звание народное, трое из них занимаются лозоплетением. У давнину с прутиков, вербы пляли в основном кошики и скрыни. Поступово с рангу народного промысла лозоплетение перешло у выявленшее мастерство. Дальше, таких майстров на Могилевщине не шмат. Усяго 20 человек принимают удел в разных фестивалях, реализуют плетеную продукцию на кермашах. Например, рамесники из вёски Бацевич и Кличевского района кажут, что выробы из лозы корыстаются великим попытом у повседенном житті. Например, зауважили, что хлеб у такой хлебницы не чарцвее и не цвете. Упрыгоживают интерьер и іншие цікавыя вырабы. Майстры с задовольнением означают, что гуртки по лозоплетению все частей записываются дорослые. Приходят дети, но больше приходят и вот взрослые как-то, потому что лозоплетение это для детей немножко опасно, потому что вот инструменты вот острые, вот нож, шило и кусачки, поэтому стараюсь как-то больше со взрослыми работаю. Человек 10 ко мне ходит заниматься, ну вот тоже в свободное время.